Видеть и слышать сердцем – проект, который позволяет по-новому взглянуть на проблему реабилитации слепых и слабовидящих. Используя различные уникальные подходы, он помогает людям с ограниченными возможностями здоровья не только получить новые знания, медицинскую и психологическую помощь, но и создавать комьюнити, которая объединяет и помогает людям со всей страны. То есть спектр деятельности фонда, он очень большой. И вот то, что я сказал, то есть если мы будем... не будем безразличны оставаться в стороне, да, вот это и хотел сказать, что помогая другим, и мир, оно становится более добрым, и интереснее становится жить, и охота в таком мире жить, когда все гармонично. Это Марсель Ибрагимов. С детства он страдает от проблем со зрением и относится к людям с ограниченными возможностями. В фонд помощи он пришел еще ребенком. С детства Марсель мечтал изучать религию и культуру татарского народа. Благодаря содействию организации он получил образование сначала в медресе, это среднеобразовательная мусульманская школа, потом поступил в Российский исламский университет, а сейчас учится в аспирантуре Казанского федерального университета. Он передает свои знания другим, кто также сильно в них нуждается. Марсель не собирается останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствовать свои навыки и знания. Мы с КФУ сотрудничаем уже давно. Есть меморандум о сотрудничестве нашего фонда с университетом. Также вот в данный момент мы планируем организовать специальные встречи со студентами КФУ для того, чтобы им рассказать о том, что такое благотворительность вообще, да, для чего нужно помогать друг другу, плюс чем занимается наш фонд и как студенты могут стать тоже волонтерами и помогать нам в нашей деятельности. Мне кажется, это будет очень здорово. Такие встречи помогают людям с ограниченными возможностями здоровья социализироваться, поделиться своими историями и почувствовать то, что они не одни столкнулись с такой проблемой. Фалия Минхаирова, Александр Кузнецов, Универньюз.